11 апреля в Московской области открыт пожароопасный сезон. Сегодня в Серпухове в рамках командно-штабных учений Главного управления МЧС России по Московской области прошел смотр спецтехники, которую будут задействовать для тушения природных пожаров. В нем приняли участие специалисты пожарно-спасательной службы, лесоохраны, полиции. В рамках данного мероприятия отработали взаимодействие служб, проверили готовность техники и подразделений, обсудили какие-то проблемные вопросы. Пожароопасный сезон продлится до 31 октября. При обнаружении природного возгорания сообщите об этом по телефону 112.